мы видели, вы видели, да, вот мы его нанесли потом штрихом. Сейчас мы проходим бесцветной лазурькой. Покажи бесцветную лазурь. Не, на основе, ну это наша авторская лазурь. Там клей физиологии, клей СПВ, медали, NFT. Соответственно, получилось у нас... Можешь показать, где там наши образцы. Покажи нам образцы, как что потом получится. Ну, можешь там показать, там же где-то. Хотели вам показать такой получился интересный рисунок на полочках. Как по мне, так питон. Кожа питона получилась. Конечно, это не будет немножко страннее. Ну, на этом. Делать на лазуре можно отыграть. То есть используя одну и ту же технику. Типа площадки побольше получилось, такой регион.
подрезать деревья. Это уже практически нам подсыхает. Сейчас мы Женьку захватим, сильно любит. Широк. Снимаем. Женька, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Достаточно полосы. Точно. Недоразумение такое у нас со стенами. Когда делали малярку, на раствор сделали пожиже, третья полива. Совсем сладенький. О, вот так, сейчас отпущу. Там даже не здесь такой хороший. Так, показала ему уже. Рептилию. А, да, совет. А вот, когда он высыхает, то получится вот такое. Блин. Костя, как мы его позвали, не помнишь? А, дамаска. Дамаска штука. То есть получается, мы когда металлическим шпателем прошли по верхушкам, то есть он поснимал верхушки, да, и сделали они такие более, да, ярче, более контрастные. Так что делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше. С вами был Халик Антонов и его компания.